Со следующего года в Хабаровском крае начнется переобучение людей предпенсионного возраста. Разработать программу рекомендовали всем субъектам в Министерстве труда и соцзащиты России. По подсчетам специалистов, пройти передподготовку смогут более 48 тысяч человек по различным специальностям в приоритетных отраслях экономики. При этом в их числе как трудоустроенные, так и безработные жители, которым для выхода на пенсию не хватает 5 лет и менее. Финансирование программы идет по линии федерального бюджета в рамках национального проекта «Старшее поколение». Хабаровский край получит более 30 миллионов рублей. 2 миллиона рублей выделено на софинансирование из краевого бюджета. Одним из нововведений программы станет выделение субсидий работодателям, которые самостоятельно будут решать вопрос повышения квалификации своих сотрудников. На каждого из специалистов они могут получить до 30 тысяч рублей. Параллельно работа будет вестись и в центрах занятости населения, отметила заместитель председателя комитета по труду и занятости населения края Татьяна Матека. Сейчас на предприятии края официально трудоустроены 19 800 жителей предпенсионного возраста. Наибольшее их число в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Сейчас в регионе проводится опрос для определения количества желающих пройти переобучение. Программа стартует в феврале следующего года.